Сегодня 13 августа. Брат Владимир делает на зиму компот из ранее. Вот, да, иначе значит, принес два ведра яблок по 15 литров. Не знаешь, что с ними делать. Да, вот он. Брат, голову ломали, ломали. Ну давай обзванивать. Маме его позвонили, она нам подсказала. Кое-что. Надо только банки надо ставить это. Вниз крышками. А, переворачивать? Да. Точно переворачивать? Да, всегда. Не знал. Вернее, помнишь, вот такие моменты? Вот сейчас вот не вспомню. Ну, под шубу. Смотри, какую книгу уже. То есть я по-разному сделал. Я, во-первых, не знал, что яблоки в себя впитывают жидкость. И налил только вот посюда вот. Вот видишь, сколько воды не хватает. А сейчас понял и начал заливать вот под самую эту завязку. Ну, надо, ну, наверное. Да. Немножко, видишь. Уже сейчас не дольешь. Что, крышки вскрываешь? Раскатывать. Заново закатывать. Да нет, не надо. Да, вроде. Страдать мы не будем. С виду красивые. А что будет в дальнейшем, да? Один Господь знает. О! То есть я тут сахар сыпанул. Потому что доливал кипятка. Но не растаял. Не хватило мне кипятка. То есть другого наливает. Так, ладно, пускай будет так. И сколько по времени, не помнишь? Держать так. Ну, это мы еще не проходили. У меня там еще 3 банки стоит. 3 банки, вот одеяло хорошее, солдатское, тепленькое. Хорошо укутывается со всех сторон. Может, еще одну принеси. Думаешь? Ну, еще. Должно быть долго. Что долго? Стоит? Ну да, напитываться. Стоит. Ну вот так вот. Ну примерно сказали сколько, 1,5 стакана, да, на 3-литровую банку. Надежда Васильевна посоветовал побольше. На случай, что все равно, если что, будем разбавлять. Если будет сильно, сильно сладко. Потому я беру расчеты вот это 7-литровая кастрюля. Здесь я насыпаю 3 банки 5,05, то есть 500 грамм, которые. Раз, два и три. Вот столько получается сахара. Я не знаю, насколько это правильно. Будем надеяться, что... Тут у меня кипяток. Я его вскипятил воду и дал отстояться, потому что бывает осадок белый. Вот, что там. Вот этот осадок вниз опустился. Сейчас доливаю до верху. Я бы немножко свою изюминку вношу. Там немножко по-другому нам объясняли. Такой вот процесс. Вот яблочки наши. Пока там сейчас растворится. Сюда помешать еще. Почти уже растаял.
крышка-то у тебя тут одна, вот надо еще. Крышечки наши уже давнишние. Вроде резинки держит. Сейчас подкину еще немножко, чтобы закипело. Немножко подкину, не хватает жару. Вот, наверное, более-менее какие-то сухие. Это брат Сергей сегодня на кого? На колотилки здоровенные. Все, пока больше ничего. Вот так процессы происходят.